Так, а что там ровер-то заехал? Мы смогли установить связь со станцией. О, отлично. Мы уже и не надеялись, что кто-то ответит. Ситуация критическая. Станция подверглась множественным повреждениям. Навигационная система полностью вышла из строя. Энергоснабжение и системы жизнеобеспечения вот-вот откажут. Среди нас есть раненые, но пока все живы. Теперь, когда у нас есть сигнал с поверхности, я постараюсь успокоить экипаж. Мы активируем аварийный маяк, чтобы вы могли забрать нас после посадки. Что значит отложить? Послушайте меня. Вы обязаны успеть. От вашей работы зависят жизни людей. Наша орбита снижается, и мы не можем сменить курс. Я перенаправлю энергию из блоков 6.2 и постараюсь отложить прилунение, насколько это возможно. Наши жизни зависят от вас, директор. Поторопитесь. Директор, нам срочно необходимо построить жилые помещения и вытащить их оттуда. Профессор, мы получили нужные технологии? Краст передали план исследований. Они согласились помочь, но основная нагрузка ляжет на наши плечи. Жилые помещения потребуют много места. Директор, убедитесь, что дроны расчистили достаточную площадь для строительства. Ух ты! Так, и получается, мне нужно еще это исследовать. Директор, считаю своим долгом напомнить, что лунные исследования делятся на три основные направления. Фундаментальные, инженерные и социальные. Это я уже понял. Каждая лаборатория способна проводить независимые исследования, но для изучения некоторых технологий могут потребоваться усилия нескольких направлений. А, ну я вижу, вот получается красненькие, синенькие, для этих зелененькие, это тоже зелененькие нужны. Понятно. Все доступные исследования сгруппированы по трем основным направлениям. Фундаментальные, инженерные и социальные. Фундаментальные исследования отвечают за логистику и коммуникацию с другими организациями, а также улучшают дроны. Инженерные исследования помогают развивать добычу и производство. Социальные исследования обеспечивают комфортную жизнь и работу колонистов на базе. Некоторые исследования требуют сразу несколько типов очков науки. Вы можете поставить задачи для разных направлений, тогда исследования будут проводиться параллельно. Скорость выполнения исследования зависит от поступления доступных очков науки. Вы всегда можете изменить порядок проведения исследований, чтобы актуализировать приоритеты для текущих целей. Так, я понял. Ну вот это жилые помещения сейчас делаются. Тут внизу, наверное, надо их будет строить. Так, давайте. А, и склад. Тут надо склад, кстати, построить еще тоже. Так, склад. Давайте-ка. Пускай складывается. Во. Всё. Так, металл начал поступать. Сейчас они его начнут это самое разносить. Так, вот тут буду строить жилые помещения. Так, ну чего металл-то не носит-то? Исследуйте жилые помещения, исследуется. Расчистите базу. Чистится. Ну, в принципе, пока нормально. Процесс идет, все складируется, все делается. Директор, до нас дошли новости о непростой ситуации с Надеждой-2. Мы готовы предоставить базу для временного размещения экипажа. Предложение уже отправлено вашему представителю. Сообщение от неизвестного отправителя. Отделу безопасности требуется немного времени, чтобы расшифровать. Да, отлично. Директор, на нашу просьбу о помощи откликнулись Малахит. Они могут оказать содействие в проведении спасательной операции, но есть нюанс. Сейчас выведу сообщение на экран.
Давай, выводи. Лунная база Малахит не предназначена для длительного пребывания людей, но она оснащена небольшими модулями жизнеобеспечения. Судя по датчикам, они еще функционируют. Малахит предлагают временно разместить экипаж на их базе, чтобы у нас было время на постройку всего необходимого. Однако, если внимательно читать их предложение, оно подразумевает, что нам придется оказать им ответную услугу в случае необходимости. Мы можем согласиться на их условия, чтобы спасение прошло гладко. Но помните, что в таком случае мы останемся в долгу перед Малахит. Да пошли в жопу. Я все успею. Итак, мы готовы. Директор, воспользуйтесь инструментом планирования помещений и заложите помещение необходимого размера. Так, перейдите в режим проектирования помещений. Подготовьте план будущего помещения. Выйти двери перед завершением проектирования. И да, директор. Для жизни колонистов потребуется несколько технических модулей. Постарайтесь заранее разделить спальные комнаты и производственные помещения. Мы ведь хотим, чтобы сотрудники приходили на работу выспавшимися. Не могу согласиться с вашим решением, директор. Так, мне кажется, это надо сломать. Но понимаю, почему вы проявляете осторожность. Так. Итак, что за задача стоит? Починить это... Значит, вообще необходимо. А, место для жизни. Тяжелые. Ага. То есть у нас получается теперь нужно заложить это самое. Тяжелые перевозки построить. Завершенное. Так. Общими усилиями. Ага, я отказался. Если там катастрофы. Ага. Ну и вот, пожалуйста. Выполнил два задания по следам катастрофы, получается. И этот. Ну, такая небольшая. Небольшая, получается, была миссия. Ну, в принципе, да. Раз такая пьянка. Получается... А, подождите. Так, значит, нам женщина сказала... Во-первых, нужно починить... В прошлой серии было задание починить грузовой транспорт. Это вот эту вот хреновину нужно починить. Вот. Общими усилиями я отказался от квеста. Не стал что-то там выбирать. Зато нужно починить грузовой транспорт и тяжелый перевоз. А, и место для жизни. То есть нужно мне заложить сначала помещение 15-15 и починить транспорт. Для починки транспорта, насколько я понял, это пока не точно, нужно автоматический ремонт выбрать, тогда, я так понимаю, они будут чинить. Без этого пока они, наверное, скорее всего, чинить не будут. Ну и ладно. Так, и вот улучшение скорости дронов. Кстати, тут нужно тоже вот это вот... Коннектор, наверное, нужно будет на исследование поставить. А, и можно вот эту штуку. Блин, что там исследуется что-нибудь? А, ну, в принципе, пускай исследуется. Так, стопы, стопы. Что тут у нас? Во! Как знал, что нужен металл. Распространять. Давайте тройка. Пошла жара. А что за ремонт? А, металл нужен. Отремонтировать. Модуль сломан. Так. Посреди пустынного ландшафта возвышается одинокая диспетчерская башня. Явные следы повреждений отсутствуют. Сооружение кажется заброшенным уже некоторое время. Людей, как и штатного вездехода, нигде не видно. Аварийные ящики пусты, интерес представляет лишь информация с компьютеров управления. Судя по ней, неподалеку должна была приходить колонна снабжения, которая не добралась до места. Вам, собственно, назначение. Так, и чё? Это я вот эту, да? Так, а чё если просканировать? Слушайте, а тут что-то это самое. Чё это за эти значки? Тут что-то за сканер? Поехали сюда, наверное.
Так, отключить сканирование. Окей. Переместиться. Так, а пока ты перемещаешься, что у нас тут? Чувство электричества. Почему пишешь, что падает электричество? Нет энергии. 40 лет. Когда есть. Что-то повредилось. Не понял. Не есть. Скорее всего, тут какой-то столбик не подключен. Просто-напросто. Ну, как бы... Не знаю, как бы все подключено. Чё он пишет, что нет? Нет, где-то. Пишет, что нет. Модуль сломан. А, ну это понятно. У трех этих нет электричества. Почему? Непонятно. Кстати, тут можно положить пока этот ресурсик. Во. Так, давайте-ка тут тоже пока лан... Ой-ой-ой. Чё-то куда ты... Дальше не так-то делайся. Построить. Во. Непонятно, почему электричество тут нет. Не хватает, что ли? Да хватает, тут еще электричество. Жопой жив. Отключить пока этот. Директор, похоже, что ровер разрядился. В таком состоянии он будет двигаться не быстрее черепахи. И пока не закончится лунная ночь, нам с этим ничего не поделать. Ничего страшного. Ровер работает на солнечных батареях. И как только заходит солнце, расходует энергию из аккумуляторов. Учитывайте это, когда планируете далекие экспедиции. Так, поехали. Наша задача... Пока вот тут. Я что-то не пойму, что вот тут-то с электричеством-то. Почему я тут не могу выбрать, кстати? Средняя эффективность. Эффективность 0. Ну, проблема. Если вот этот включить пока. И этот включить. Мне нужен металл. Так, а, ну и давайте-ка я пока, главное, тут это делается. Надо 15 на 15 поставить блок. 15 на 14. Так, нет. Надо еще, чтобы они почистили. Вот. Слушай, с этим я не пойму, почему не работает. Что на электричество дает? Средняя эффективность. Эффективность 100%. Эффективность 0. Тема потребления здесь потребляет 0. Не хватает, я вот никак не могу понять. Ладно, дождемся утра, тогда может что-то прояснится. Пока же непонятно ни хрена. Так, ну и ребят как раз тут зачистят мне. Во. Так, жилые комплексы. Заложить, заложить. А, вот.
Проект помещений. 15 на 15. Блин, не хватает. Давай дочать ее уже. Осталось понты. Во. Так, дверь. Так, там говорили, что-то как-то соединять надо. Жилые модули от нежилых. Все. Проект заложил. Так, что там исследовалось что-то? Ага. Нужно инженерные какие-то исследовать. Завод деталей. А, нет, нужно, знаете, что вот эту вот штуку еще исследовать. А, это исследуется. Ну, это тоже есть, в принципе. Давайте ее ткнем. Ладно, пускай так пока. Research complete. Можно такую исследовать. Вот это бы не помешало бы, кстати. Так, а, ремонт, ремонт. О! Я так и знал. Отремонтировался, и они начали таскать. Я не пойму, что вот с этой фигней. Что не так с ним? Почему не работает? Электричества не хватает. Когда день будет вообще? Не проверить теорию с электричеством. Может, Кирилл мне отключить пока? Ну-ка, давайте отключим. И вот это отключим. Да, электричество проседает жестко. Так-то у нас кончится оно быстро. И у нас есть... Построить можно еще. Так, поперли, поперли. Так, ну и можно кабелек. Зарядить. Так, вот все нормально-то у нас. Вроде, да. О, пошла жара. Пошла, пошла, пошла. Так, отлично. Тогда включаем все заводики. Да, в общем, проблема с электричеством была. Ее нужно срочно порешать. Сейчас этим и займусь. Я не думал, что она настолько острая. Директор, наши запасы энергии почти на нуле. На Луне длительный цикл дня и ночи. Да, убедитесь, понял, что у нас достаточно солнечных панелей, чтобы зарядить аккумуляторы в солнечную фазу. В случае острой нехватки энергии, первыми от сети отключаются модули с низким приоритетом. Вы можете вручную выключить ненужные в данный момент модули, чтобы оптимизировать расход. Да, я понял. Я понял, чувак, я понял уже, что у нас проблема. Хьюстон, у нас проблемы с электричеством. Сейчас мы... Так, все, должно все заработать. Да, нужно, кстати, солнечную панельку. А, ну я поставил на нее исследоваться. Это долго. Так, а эти пока и не надо, мне кажется. На 6 дней, в принципе, ладно. Так, давайте, раз у нас приоритет по солнцу. Вот так вот. Хотя вот это, ну, может, давай исследовать пускай. Так, что у нас там с этим? Ну-ка, давай. Сканируй. Где эти чуваки там тусуются? О, по-моему, нашел кто-то. Отлично. Переместиться.
Так, что ребята тут? Ребята тут что-то делают. Троечка, троечка, троечка. Давайте, давайте. Так, а что у нас эти? Бурильщики, дурильщики. Давайте, продолжайте эту работу. Вам никто отбоя не давал, кстати. Нам нужно все зачистить. О, Паша, тут еще стоят тут, понимаешь. Что это, починили? Чинят. О, отлично. Ресурсиков довезли, чинят грузовой транспорт. Research complete. Так, что тут у нас? Надо солнечных панелей, по-моему, еще больше, мне кажется. Там исследоваться сейчас будет. Может, она и не нужна будет в дальнейшем. Но пока она нужна. Будем ставить. Вот когда уже не будет нужна, тогда другой вопрос. Пока не нужна. Двигатель запустился. Может, поэтому старичку и не скажешь, но грузовой луноход прошел все тесты и готов к работе. Директор, мы отправим транспорт, как только получим координаты экипажа. За доставку можете не волноваться. Окей. Так, одно задание выполнил. Завершенный. Тяжелые перевозки. Есть такое. Тебе осталось место для жизни. Так. Что тут? Идти к исследованиям. Ага, исследуется что-то там два. Так, солнышко исследуется. Отлично. Солнечная электростанция нужна. Как вода. Также без нее. И ни туда, и ни сюда. Что у нас по металлу? 22. Ну, металл есть, кстати. Кремний тоже есть. Хорошо. А тут чего? Не хватает. Что тут все заняты на раскопках. Кстати, а что тут по руде? 680. Так, ребят тут еще возят. Возят. Ага, вот солнечная панель. Мне кажется, нужно, знаете, что сделать? Копальщиков убрать, двух вполне хватит. А вот ребят, которые возят, нужно побольше, потому что пока есть шанс, нужно накопить электроэнергию. Видите, она уменьшается даже. Она не копится. Потому что расход большой. Два заводика работают. Кстати, а, тут нормально. Не, нормально, кстати. Загрузка нормально как идет. Можно даже потрите, наверное, плавильни поставить. Опять-таки затраты электроэнергии. Ну-ка, гарантируется 286, требуется 101, баланс 175, расходуется 101, не знаю, хватит то не хватит. Чё по исследованиям? 4 дня не можно будет строить крутые эти. Поедь сюда пока. Так, что тут у нас, ребята? Ага, пошли таскать. Строят базу. 53, нормально. Тут сколько у нас? Тут в запасах даже ничего нету. Поэтому склад... Кстати, вот это тоже надо как-то перестроить, мне кажется. Где-нибудь, не знаю, вот тут. А, даже вот это можно, кстати, перестроить вот тут, напрямую. Кстати, я тут замечал еще такую фигню одну. А, поиск месторождений. Сканер какой-то. Ну-ка, я могу построить сканер? Сканер, сканер, сканер. Во. Что-то он стоит дорого. Ну, давайте. Я тут не буду ставить. Где бы его поставить? Ну, тут, наверное, поставлю. Во, пускай строит. Тащили. О, так, металл просел, конечно. Так, ну тут есть что потаскать ребятам. Ага, нужно подключить его к питанию.
Так, сканер подключили. И чё, как она работает? Тут штуку нажать. Research complete. И чё? H2O, залежи льда. Железо, кстати, вот тут есть, и тут штука ещё есть. Ну-ка, давайте вот так тот. Железо, алюминий. Так, вот это интересно, кстати. Вот это... залежи льда, давайте откопаем. И тут нужно будет почистить. Зато теперь видно, где эти самые штуки. Дырки. А, ну так как тут у нас есть теперь такая пьянка, можно бурильщиков поставить побольше. Исследование не выбрано. Так, ага, все исследовалось. Прикольно. Так, социал. Итак, плавильня льда. Дата-центр не нужен. Не знаю, вентиляция нужна, нет. Плавильня льда. Расширенная VIP-лицензия на тендеры. Онлайн-рынок. Давайте попробуем еще. Тут что? Не, вот тут, наверное, надо что-то. Скорость добычи оксидов. Скорость можно качнуть, кстати, дроном. Вот это улучшенная электрического столба. Так вот. Кто у нас тут приехал? Так, давай, запускай сканер. О! Разведать. Поехал. Так, ну по электроэнергии, конечно, с просадочки. Кстати, у нас такая пьянка, чтобы мы не просили. Колонна перевозила несколько резервуаров с жиженным топливом и пару контейнеров с различными запчастями и электронной аппаратурой. Осмотр техники показывает, что она серьезно повреждена и завалена обвалившейся породой. Можно сразу отправить грузовик, собирать легкодоступный груз. Либо попытаться разобрать завалы инструментами ровера. Чтобы достать основную часть груза, потребуется отправить дроны на раскопки. Но операция по извлечению ресурсов может нести в себе риски. Так, забрать завалы, так. Давайте пока... Наш ровер способен справиться с небольшим завалом. Назначьте его изучить локацию, чтобы он занялся делом. Так, ровер. А, переместиться. И как его? О. Разведать. Так, что у нас тут происходит? Кстати, да, надо сохраниться. Так, сохранился. Что по металлу? По металлу мало его. Металла мало, заводики приходится отключать. Кремния много, кстати, тоже, наверное, отключу пока. Так можно и просесть. Это тоже отключу. Тоже отключу. Уменьшим все это дело. Кстати, а, ну раз тут такая пленка, а, ну я не могу. Блин, может не хватить. Требует 68, баланс 68, расходы 60. Ну, вроде хватит, впритык. Впритык хватит. Кстати, пока я занимаюсь этой ерундой, можно тут поставить... солнечные батареи. Блин, не знаю, где-то тут. Тут надо разобрать. Требуется утилизация, кстати. А что за утилизация? Тут где-то надо расследовать, исследовать. Улучшение. Утилизация. Непонятно. Ну ладно. Походу еще пока нету. Электричество уже нужно. Ну
Станция такая неплохая будет, я думаю. Так, если вот так, значит, вот тут вот. Уже не это самое. Ничего страшного. Я думаю, 3 мне хватит. Так, что еще отключить? Так, ребята потащили. Research complete. Objective achieved. Исследуется. Ровер успешно разобрал завалы и извлек резервуар с топливом. Отправьте грузовой луноход, чтобы собрать груз. Понятно. Так, и как его? Переместиться, выгрузить груз. Как собрать груз? Покинуть базу. Ладно, покинь базу. Тут, мне кажется, очень жестко будет. Так, а ты чё, куда поедешь? Давай сюда. Значит, экспедицию. Research complete. Не понял. Стойки экспедиции. Забрать все, да? Отправить. Во. Все, поехал. Да. Отлично. Так, ребята построили солнечные электростанции. Так, тут исследуется что-то. Кстати, столбы, по идее, исследовались. Их можно... Сейчас, ну-ка. Стопы. Не успеваю. Столбы 4-4. А их можно улучшить, кстати? Повышить приоритет. Ладно. Так, электричество кончилось, все, пацаны. Ахтунг. Мы сейчас просядем просто по-черному. Все выжралось. Так, можно, кстати, исследовать? Это что, робот-грузчик? Что он дает, кстати, этот робот-грузчик? Подождите. Открывает доступ к конфигурации дрона специального назначения, подождите, для перевозки большого объема грузов. А, о, слушай, это круто. О, солнце, отлично. Так, стопы. Сейчас включаем. Включаем. Так. И не хантийский мять. Сразу еще одну ставлю. Потому что я боюсь, просадка будет жесткая. Пускай лучше будет запасик. Во. Вот я понимаю. Пошла жарень. Так, и пошла это. Так, а что у нас тут по буровым? Тут железо, кстати, еще есть. Можно добыть. И вот тут, кстати, какой-то алюминий. И вот это вот. Тут можно сразу заводики ставить. Это, а, ну это понятно. Кремний. Все. Что не хватает? Кирпичей. Ну, кирпичей должно быть много. Хотя не очень-то много. Ага, тут походу нужно еще один все-таки ставить. Как я и думал. Так, значит что?
Нужно. Тоже где-нибудь отдельно поставить, чтобы не мешалось. Кому не мешало это? Хренатень. Вот так вот. Дальше заводик нужно поставить. Это что у нас? Это вот этот рисовочный аппарат. Вот. Так, конвейер. Построить. Ну, электричество, естественно. Тут еще будет строиться. Давайте так. Так. Все, погнали. Пошла жара. Что нужно? Мне это хватит всего. Кстати, там надо еще исследовать вот эту штуку. Пол плюс сейчас исследуется. Еще по электричеству. Нормально пошло. Пошло электричество. Хватает шестеренок этих, наверное. Металла не хватает. Давайте быстрее стройте. Кстати, тут можно еще дроны каких-то. А, оно еще не исследовалось. Я уже хотел было. Дронов. Так, что у нас тут-то? Загрузился? Вот еще едет. Так, а ты тоже едешь? О, гляньте. Кстати, такими темпами можно будет еще поставить аккумуляторов-то. Раз она за один цикл почти все зарядила. Лишними не будут. О, давай. Гляньте, сколько... Сейчас у нас пойдут от мегапроизводства, поэтому... Пускай... Вокруг исследовательского аванпоста располагается выровненная площадка и несколько малых зданий. От него в разные стороны расходятся следы колес. Внутри сооружения беспорядок. Вещи раскиданы, шкафчики открыты и вытрясены, аварийные ящики вскрыты и опустошены. В некоторых комнатах обнаруживается большое количество исследовательского оборудования и материалов. Людей нигде не видно. Аванпост они явно покидали в спешке. Так, судя по тому, что я увидел, на аванпосте занимались изучением фотосинтезирующих микроорганизмов, способных жить в условиях вакуума и невесомости. Директор, отправьте дроны изучить материалы, это поможет с дальнейшими исследованиями. Окей. Так, а как дроны сюда отправить? Ну, значит, нужно двух роботов. Значит, экспедиции. Подождите. Итак, назначить экспедицию. Да, информация. Выбрать транспорт, грузовик. А, не, грузовик пока занят. План, тогда ты нельзя сюда разведать. Так, а что у нас тут? Тут строится. Ниже что у нас тут? А, кстати, раз такая пьянка, давайте мы тут скананем. Ничего. Угу. Тут можно будет вытрясти. Много электричества тратится, кстати. Так, тут что?
и там. Так, и вот тут. Ничего больше. Давайте еще сюда вот. Узенько. Ага. Ну понятно, теперь где рыть. Так, вот тут вот титанчик нам нужно будет вырыть. И заводик, наверное, поставить. Дальше, где тут, что тут? Так, ну железо, само собой. Вырыть. Тут вот кислород. Во. Все. Продолжаем. Погнали. У нас вот 7, кстати, ресурсики так заканчиваются. Эти можно еще увеличить? Столько конвейеров. Research complete. Так, а, тут надо выбрать ресурс. Не галит. А, нет, подожди, это что, камень? Галит. Research complete. Так, ага, исследовалось. Так, стопы. Вышки, как, сколько у нас теперь? 3-5, ага, на плюс одну дали. Окей, так, электричество нормально идет. Нужно... Робот, грузчик. Социал. Вот тут вот надо вот эту, наверное, штуку. Старая установка, это... Машинная торговая лицензия. А, еще я хотел. А, это я сделал что-то. А, ну раз я поставил. Можно, кстати, построить тогда. Где она была? Во! Посадочная платформа. И тут недалеко от базы. Очень не хватает, а вот этих штук. Research complete. Что за этот самый вопросик? Достаточно ресурсов для ремонта. А, камня не хватает. Как поставить производство? Высокий приоритет. Так, ребятки копают, возят, нет энергии, где нет энергии. О, починили. Так. Ну, пока нормально. Тоже не хватает. Ни черта не хватает. Что можно еще сделать? Утилизация. А, вот она, утилизация. Лучше довольно скорость. Давайте, вот, утилизация нам как раз пригодится. Кстати, можно эти еще исследовать? Улучшенное бурение. Давайте. А это что? Аня, ты давай исследуйся. Так. Частичная обработка. Фундаментальные, инженерно-социальные. Не знаю, давайте социальные. Директор, наша операция требует колоссальное количество средств. Бюджет трещит по швам, а новых инвестиций пока не предвидится. Нужно срочно что-то придумать. Нужно. Не отрицаю. У меня есть решение наших проблем, директор. Мы можем наладить торговлю с другими организациями.
Так излишки ресурсов конвертируются в деньги, которых нам сейчас не хватает. Для отправки ресурсов нужна посадочная платформа. А для доступа к рынку – исследование онлайн-рынок. Не зря зарплату получаешь, Леджер. Отличная идея. Директор, приступаем прямо сейчас. Исследование и постройка займут время. Окей. Полдела сделано. Но нам все еще требуется посадочная Побильный платформа. Заработок. Чем скорее мы закончим постройку, тем быстрее сможем зарабатывать. Нужно построить посадочную платформу. Собственно, я это и делаю. Так, ребята уже все почти понесли. Так, ну дроны-бурильщики, я не знаю, нужно ли их снимать. Я думаю, нужно. Хватит пока два дрона хватит. Да, тут еще эти не достроились немножко. Но у меня пока хватает. Электроэнергии должно хватить. В всяком случае. Ну, сколько тут всего-то. Красота. Бурильщиков пока одного вообще оставить. Нельзя приоритет повысить. А, он тут нету. Надо вот эту вот. И эти приоритет тоже. Эта штука максимально загружена. По бурению-то. Кстати, а там же этот везет, да? А что ты везешь? О, детали как раз везет. Это зашибись. То, что надо. Так, а ты что тут? Дрона. Дронов или что? Разведай. Так, вы давайте работать-то будете. Пока все не перевезут. Работать не хотят. Нужно помещение тогда делать. Уже серия уже идет сколько. Так, ну исследования пока идут, это хорошо. Нужно вот эту будет штуку исследовать. Вступление торговля, расширенная лицензия на тендеры VIP. Так, научная лаборатория. Все готово для торговли. Чтобы продать излишки ресурсов, перейдите в раздел онлайн-рынок интерфейса центра управления. Теперь так, выберите рынок вверх. Если выбрать доступный ресурс в левой части экрана, в правой части вы увидите колебания его стоимости. Для отправки ресурса на продажу выберите соответствующее действие в правом нижнем углу экрана. Директор, внимательно следите за спросом и предложением. Чем больше ресурсов определенного типа вы выставляете на рынок, тем ниже на них цена. Так, я понял. И еще мне нужно... А как роботов переделать, кстати? Или они автоматом улучшились? Дроны? Нет, там нужно, наверное, переделать как-то. Модуль конфигурации дронов. Я же исследовал дронов, кстати. Вот этих. Робот-грузчик. Доступ к конфигурации. А, это надо построить. Давайте построим. Так, модуль конфигурации дронов. Во, модуль конфигурации грузовых дронов. Так, ну электричество, естественно, подключить. Нет. Так, это удалить. Так, вот, я грузовые дроны подключены будут. Так, и давайте этот рынок.
Да, а что мне выбрать контракт? Контрактов. А, во. Итак, я могу продать 5 тонн. О. А, сейчас не очень. 9, 57. 70. 76. Так, стали нету, особо этого тоже нету. Престон 62. Ну понятно, ну и могу также купить все что угодно. Это прикольно. Кстати, а задание что? Если там катастрофа, стабильность заработок. Но я могу кремний продать на самом-то деле. У меня так по баблу просяду еще. Кремний. Могу 76, наверное, продать или сколько тут надо. Есть тут он. Вот. Достаточно средств. А, это покупка, продажа. Давайте вот стоп. 95 тонн. Продать. Так, прилетел. Ага, сейчас его загрузят. Ты. Не так просто, кстати, эту фигню построить-то. Ладно. Тут что? Ну, там этот едет еще. Сейчас повезет мне ресурсы. А, он уже... Уже должен был повезти. Где мой ровер? Так, ты давай, ладно, едь. Разведать. Директор, мы провели исследование, которое позволит разобрать остатки базы Эвермун на ресурсы. У нас о, сейчас каждая единица на счету, а им руины уже не понадобятся. Универсальный инструмент удаления доступен из меню правой кнопки мыши. Shift – массовое выделение обломков под снос. О, то, что доктор приписал. Итак, наконец-то я могу избавиться от этой фигни всей. Так, Shift-ом говорит. Угу. Во, вот это все можно сейчас будет удалить и тут строить заново базу. А то оно все мешается тут. Очень-очень. Во. Понимаешь, я тут не мог построить ничего. Все. Поехали. Исследование, кстати. Надо не забывать исследовать вот это. Да нет, зачем это? Это, наверное, вентиляцию. Эту фигню исследую. Все, поехали. Что у нас есть? Стабильный заработок. Построить... А, это завершенные. Ну, место для жизни осталось. Доделать. Они что-то не делают. Занимаются всем, но не тем, чем надо. Да, мне не хватает этих двух и этих. 16 тысяч. Давайте этого, наверное, я еще уберу. Во, наконец-то приехал. Построились. Все. Теперь пойдет жара. В два ствола можно будет их херачить. Нет, подождите. Еще знаете, что надо построить склад? Как обычно. Так. Ой, нет. О.
убить его. Так, ангел автоматизировался. Задачей проекта является моей жизнью исследование гравитационных. Обсерваторию какую-то нашел, походу. Угу. Так, что можно? Давайте сходим на нем. Ничего нету. А может сюда сгонять? Поехали на разведку. Дождь. Это точно. Так, ребятушки, тут у нас все разбирают. Разгрузить грузовик. Так, где разгрузить его можно? Идем. Он приехал. Разобрать. Что это нужно? Так, электричество вообще нормас. Можно еще одну поставить. Вот так вот. А, и кстати, раз у нас электричества много, и сейчас день, можно сэкономить еще что-нибудь. Так, вот так-то вот узкий луч. Нифига. Вот тут вот давайте. Есть что? Вот тут что-то есть. Ага, нашел. Тут где-то. Угу. Отлично. А где он? Ну ладно, я примерно знаю. Вот где-то. А, вот он. Где-то вот так-то вот. А тут, значит, ничего нет. Тут можно строить базу. Кстати, а он тут. Пока нету. Вот они, наконец-то. Взялись за свое дело. Так, сколько у меня ресурсов? Могу продать кремния и металла. Продадим. Так. Продажа. Продажа. Металла. 37 штук. Можно вот так-то. 73. И кремния там тоже подстольник. Вот. Сколько? Немножко. А, тут смотрите, 186, 295. О, да это можно вот так вот продать. Так вот продать. Во. Продать. Поехали. Загружаем. Ну, пошла жара. Так, ну и электричество нормально, кстати. Кстати, не все еще разобрал. Тут тоже все убрать. Так, у нас есть еще грузовик. Туда надо как-то дронами загрузить. Это и находится крупное складское строение, состоящее из нескольких сегментированных модулей. Так, он охраняет. Опа. Так, а что у нас еще исследуется? Кстати, синки. Прожектор. Улучшение скорость дронов. Ретенция, центр управления экспедициями. Вот это, наверное, построю. Похоже, вы пока не построили жилое помещение, да. И не обзавелись запасным планом. Есть такое. Хорошо, что я все еще во главе спасательной операции, директор.
По нашим оценкам, прелунение «Надежды-2» произойдет через 90 дней. Если к этому времени вы не подготовитесь к принятию экипажа, люди могут погибнуть. Расчеты показывают, что отправка деталей на станцию поможет отсрочить столкновение с Луной и увеличить вероятность успеха операции на 31%. Мы передадим вам все необходимые расчеты и исследования. Ваши коллеги уже получили новую технологию для постройки посадочной платформы. Подготовьте запчасти и отправьте их на станцию как можно быстрее. Помните, ваша нерасторопность может стоить кому-то жизни. Итак, нам требуются посадочные платформы и детали для отправки на «Надежду-2». Приступайте к подготовке немедленно. Станция рухнет в любой момент. Посадочная платформа готова к работе. Я все настроил. Как только прилетит капсула, дроны заполнят ее ресурсами, и груз отправится на «Надежду». В интерфейсе капсулы вы можете увидеть, сколько материалов осталось погрузить. Я вас понял, шеф. Все уже построено. Так, дроны тут у меня летают, грузят. А, кстати, я тут не выбрал этот. Что загружать-то? Так, давайте, давайте. О, капсула загружена и улетает. Мои денежки. Сейчас вылетит другая, да? Ее тоже надо загрузить. Так, ну это есть, все есть. О, 28 тысяч, нормально. Бабло есть. Его загрузил капсулу. Отлично. Опережая время, тоже сделано. Спасибо за доставку, директор. С этим мы подлатаем спасательные капсулы и сможем спасти всех. Я немедленно распоряжусь, чтобы Диане организовала ремонт маневрового двигателя. Постараемся стабилизировать станцию и выиграть вам дополнительное время для подготовки. Не мне вас учить, Артур, но я бы посоветовал начать ремонт с энергетического блока. Солнечной энергии должно хватить для поддержания системы жизнеобеспечения и запуска уцелевших двигателей. Говорит борт-инженер Николас Бейкер. Командир поспешил заняться ремонтом второй спасательной капсулы. Спасибо за дельный совет. Посмотрим, что можно сделать с новыми деталями. Мы уже давно отбросили идею заставить панели работать с нашими ресурсами. Вы держитесь там, Николас. И передайте своим коллегам, мы вас в беде не оставим. Пусть об этом не беспокоятся. Спасибо вам, правда. Надежда — это все, что у нас сейчас есть. Конец связи. Пока вы болтали, прогнозируемая краст-дата прелунения станции обновилась. Учитывая новые обстоятельства, похоже, у нас появилось еще немного времени на подготовку. Окей, дождаться прелунения «Надежды-2». Так, окей. Нужно вот это достроить модуль, да, и все. И все делов-то. Кстати. Раз такая пьянка. Нужно еще это-то сделать. Ну, так-то вот. Так. Тут можно было это самого больше металла строить. И кстати, да, я же хотел еще купить. Хотел купить вот эти 890. А мне сколько там нужно? 20. Это 5. Сколько мне нужно? 20, да. Что-то это по 920 тысяч все деньги это самое улетят. Так-то на эту всю фигню. Так, что тут можно исследовать? Завод углев.
окна. Тут еще следуется. Может, кстати, вот эту исследуют штуку. Вот что, топливный генератор. Спидицы какие-то. О, почти доделали. Отлично. Что, бурильщика можно одного сделать, наверное. Лишним не будет. Давайте, доделывайте. Отлично. Чё? Помещение маленькое, что ли, оказалось? Давай, значит, что сделаем. Сейчас. Так, погодите. Удалить. Так. Удалить. Давайте, удаляйте. Теперь-то пойдет? Нет, все равно что-то не то. Так. Что-то я не пойму. Так, вот можно удалить? Так. Раз на 9. Ну это пофиг. You can't fill here. Обеспечьте дроны материалами и завершите постройку. Внимательно следите за наличием стали и бетона и своевременно чините модули производственных цепочек. Также можно переоборудовать дроны из бурильщиков обратно, чтобы ускорить процесс постройки. Понятно. Помещениям необходимо электричество и кислород, чтобы системы жизнеобеспечения начали работать. Начнем с электричества. Установите коннектор на стене и соедините его проводом с основной сетью. Таким образом, все помещение получит доступ к энергосети. Так, ну что, друзья, на этом, пожалуй, и все. Место жизни. Я построил. Ну как построил? Построил 15 на 15 и еще строю больше. Соответственно, где оно, место жизни? Так, сеть жилые модули. Построил вот модуль, да? Так, ага, вот. Дальше, ну, первую эту уже буду, наверное, заканчивать, потому что и так она долгая была. Вот, в следующей серии опережаю время, да, завершу задание, и место жизни, да, завершу задание, так сказать, потому что времени 146 дней мало остается. Вот, это все. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк под видео, друзья, написать ваш комментарий, ну и можете зайти на наш сайт. Всем удачи, всем пока.